Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео посвящено проекту Synchros Криптосистем. Это зеркало Stacros. Здесь мы зарабатываем Ethereum. Минимальный вход 0.01 Ethereum. Как обменивать на Pair и как пополнять кабинет, у меня есть видео. В этом видео я хочу поделиться своими результатами, показать и как ставить баннерную рекламу. Значит, я войду в панель управления, и в данный момент я вот на 5 уровне. Номер в очереди у меня 288. Значит, активируется, списывается. Здесь у нас ежедневно копеечка как бы с баланса для активации. И в 20.00 по Москве у нас запускаются турбороботы и тем самым двигают очередь вперед. Всего активных участников 3125 человек. Значит, и вот такой вот у меня баланс. Значит, если я перейду, нажму на вкладочку «Баланс». Здесь все мои начисления. Вот идут у меня вознаграждения реферальные. Как бы и так, начисления. И вот ежедневная активность за один аккаунт у меня. Вот 0.303 интериума у меня списывается. Так. Далее, давайте теперь покажу, как ставить рекламку. Нажимаю управление баннерами. У меня уже здесь рекламка одна работает. Вот это вот у меня логин ADS работает. Вот она у меня. Я рекламлю вот 1000 просмотров. И у меня 3021 просмотр. Как бы. И я хочу список баннеров поставить. Баннерную рекламку. Вот эту 468/60. Так. Добавить новый баннер. Один показ баннера. Один кредит. У меня на балансе 10 тысяч кредитов. Значит, сюда ссылочку на проект я вставляю. Так, а сюда ссылочку на баннер. Поставлю я вот этот тогда баннер. Удо GIF. Так, сейчас я скопирую. И вставлю ссылочку. Видите, у меня кавычки. Кавычки надо убрать. Далее нажимаю «Добавить». Все, баннер успешно добавлен. Вот мой баннер. Сюда теперь я вставляю количество баннеров. Поставлю 2000. Далее на плюсик. Все, у меня баннерная рекламка встала. Вот. Вот таким вот образом мы рекламим свои проекты. Как бы и денежку зарабатываем. Здесь же мы, друзья, зарабатываем как от маркетинга, и плюс еще от роста криптовалюты. Ethereum пока недорогой, но в перспективе он может и скакануть вверх. Так что можно заходить смело и не бояться, что мы здесь денежки потеряем. Вот. И следить, естественно, за балансом. Активация здесь также ежемесячно, как и в Stacros. Вот. Я целым проектом очень довольна. Есть, друзья, обращаю ваше внимание, обязательно читайте новости. Вот новости. Здесь конференции, брифинги. Это все-все обязательно нужно читать. Добавляйтесь на главной страничке в Skype-чат. Там присутствует и администрация. Отзывчивая. Всегда помогут. Как бы и через Skype, если что непонятно. Постоянно созвоны, постоянно здесь конкурсы. По четвергам здесь администрация раздает денежки. Как бы такие вот
маленькие плюшки у них, конкурсы такие, вот кто присутствует на конференции админской, это, по-моему, по четвергам, и как бы случайным образом выбирают несколько участников и дают как бы денежку. Вот. Ну, в принципе, на этом все. Кому интересно, друзья, присоединяемся. Неинтересно, проходим мимо. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!